Более 200 спортсменов из Ульяновской области приняли участие в чемпионате и первенстве нашего региона по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт». Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новое поколение» в Засвежском районе. Стоит отметить, что среди участников оказалось немало девушек. Как и у сильной половины, у них также было большое количество возрастных и весовых категорий. Соревнования проходили весьма эмоционально, как и церемонии награждения. Эмоции не скрывали ни зрители, ни наставники спортсменов. Наша область является одной из самых сильных. И как бы в области кикбоксинг вообще развит очень хорошо. Из года в год рождается вот опять же в этой конкуренции, в здоровой, спортивной. То есть от того, что большая массовость, от того, что они вот варятся в этой каше спортивной, рождается очень много талантливых ребят, очень много. Весьма яркими были и сами бои. Например, поединок с участием 15-летнего Игоря Дубанова завершился досрочно нокаутом. При этом соперник молодого спортсмена даже не смог сразу сам подняться с ринга. Все закончилось благополучно, и побежденный вскоре пожал руку победителю, так как это и должно быть на честных соревнованиях. Даже не ожидал, как само все получилось. Слушал просто тренера, выполнял все его указания и победил. Эти соревнования были отборочные на ПФО. 2 февраля у нас будут соревнования. Вот, и мы туда, тренер скажет, кто поедет, и мы поедем туда. Окончательно состав ульяновской делегации для участия в состязаниях межрегионального масштаба тренеры определят в ближайшие дни.